Мы связи от ЦИКа был мой коллега Георгий Подгорный. В оружейной столице России Туле сегодня обсуждает перспективы развития внутреннего и въездного туризма. Совещание проводит Министерство культуры Российской Федерации. Участники встречи собрались, чтобы поделиться практическим опытом в области улучшения качества туристической инфраструктуры и туристического обслуживания в России. В Тульской области собираются организовать туристический кластер «Русские усадьбы». Пилотный проект уже готов, и на его развитие будет выделено более 180 миллионов рублей. Мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы те инвестпроекты, которые заложены, были сделаны вовремя и в срок. Сейчас же мы также активно включаем в туристический оборот новые объекты. В Чернском районе села Тургенева мы открыли после реконструкции региональный музей-заповедник Бежин-Луг. Теперь здесь есть полноценный комплекс музей, кафе, гостиница. Ну, там, конечно, еще остались определенные шероховатости, где надо сделать подъездные пути, где сделать надо расширить площадки для торговли сувенирами, экспонатами. Но это все наши технические вопросы, которые в наших силах. Мы это все доведем до совершенства. Мы, безусловно, сейчас уделяем приоритетное внимание развитию тех регионов, где способны и могут активно вовлекать бизнес, вовлекать жителей, вовлекать туристический оборот, где умеют работать с инвестициями. В этом отношении Тульская область и те программы, которые вы реализуете, это очень хороший пример. Российские ученые сегодня впервые провели